Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Мегалада вернула себе титул чемпиона страны по ледовому спидвею. Школьники определили лучшего гольфиста Самары. Журналисты разыграли шахматный приз. В Самаре прошел шахматный турнир среди журналистов и блогеров. Самым быстрым игроком, который сумел правильно принять решение и поставить мат сопернику, оказался Руслан Габдушев, студенческая газета. Второе место у Николая Портнова, Федерация шахмат Самарской области. Бронзовая медаль у Бориса Кобзева, Самара ГИС. Поздравляем сотрудника нашей телекомпании с заслуженным успехом в журналистском шахматном турнире. А в это время школьный турнир по мини-гольфу определил лучшего самарского снайпера на зеленом газоне в двух возрастных категориях. 17 школ выставили свои команды на 9 лунок. В итоге первыми финишировали Владислав Черванев, Ирина Ахмедова, Артем Егерев и Екатерина Рожкова. Третье общекомандное место у 145-й школы, серебро у 117-й. Чемпион Самары по мини-гольфу – школа номер 6. В большом спорте самарцы, а точнее тольяттинцы, тоже первые в стране. Мегалада выиграла командный чемпионат России по мотогонкам на льду. В Суперлиге автозаводцы взяли уже 5-е золото. Первыми в заключительном 6-м этапе соревнований была также Мегалада. В итоге окончательная турнирная таблица в конце сезона оказалась следующей. Серебряные медали у столичного ЦСКА, бронзовые у башкирских мотогонщиков. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.